Британия ввела в действие свой список Магнитского. Как сообщила Sunday Times, министр внутренних дел Тереза Мэй направила список из имен 60 российских судей, прокуроров и офицеров разведки в британское посольство в Москве. Этим людям будет запрещен въезд в Великобританию. Представители правящей партии России в понедельник выступили с критикой в адрес действий британских властей. Российское посольство в Лондоне уже выпустило заявление с требованием к британскому МИДу предоставить официальное объяснение в отношении черного списка. Между тем, возможность принятия аналогичных санкций сейчас обсуждают и в США. В июне американский Сенат одобрил законопроект о невыдаче виз должностным лицам, которые могут быть причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, а также тем, кто может быть замешан в любых других нарушениях прав человека в России и других странах мира. Напомним, юрист Сергей Магнитский погиб в стенах изолятора «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. По официальной версии, его арестовали в рамках дела о неуплате налогов, и он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Однако до ареста Магнитский раскрыл преступную сеть, которая занималась хищением денег из госбюджета и обвинил в этом ряд высокопоставленных чиновников. Правозащитники настаивают на том, что все обвинения в адрес Магнитского были сфабрикованы. По их словам, во время заключения Магнитскому отказывали в медицинской помощи и принуждали его к даче ложных показаний. Международная организация Transparency International посмертно наградила Сергея Магнитского ежегодной премией за вклад в борьбу с коррупцией.